Соя – относительно новая культура для территории Восточного Казахстана, и многие проблемы при ее возделывании связаны не только с рядом лимитирующих факторов, но также с некоторыми технологическими элементами. В оптимальных условиях всходы сои появляются через 7-10 дней после посева. Сравнительно медленные темпы развития растений сои в первый период времени создают благоприятные условия для сорняков. Сою можно назвать слабым конкурентом, и даже невысокая засоренность может значительно снизить урожайность. Также в традиционных районах возделывания постепенно формируется комплекс болезней и вредителей, потери от которых могут составлять от 30 до 90%. Поэтому одним из основных этапов технологии возделывания сои является уход за посевами, а в частности борьба с вредителями, болезнями и сорной растительностью. Технологическая схема применения пестицида фирмы «Август» на делянках Восточно-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции включает в себя использование протравителей семян, почвенного и листовых гербицидов, а также фунгицида и инсектицида. Для повышения полевой всхожести семена были обработаны протравителями табу и ТМТД. В качестве почвенного гербицида был использован препарат лазурит. Особенности погодных условий весны с почвенной и воздушной засухи очень снизили эффект действия. Из-за отсутствия влаги в верхних слоях почвы гербицид был недостаточно активен, и поэтому часть сорняков проросла через гербицидный экран, не будучи поврежденными. Следующая рекомендация по препаратам была связана с использованием листовых гербицидов «Парадокс» и «Квикстеп». Рекомендуемая фаза обработки – это высота культуры 10-12 см. Однако продолжающаяся засуха ограничила рост не только культуры, но и массовое появление сорняков. И поэтому этап обработки был перенесен на более поздние сроки и проведен буквально перед фазой бутонизации, то есть при высоте культуры где-то 15-20 см. В период засухи поверхностный слой кутикулы многих растений сорных, он очень уплотнен, и проникновение гербицидов происходит гораздо медленнее, чем в обычных условиях. Как следствие, действие препаратов мы увидели не на 5-6 день, а только на 8-10. Однако следует заметить, что практически до 80% сорняков были либо полностью уничтожены, либо рост и развитие были значительно приостановлены. С расширением посевов сои возрастает вероятность распространения специфических болезней, таких как аскохитоз, склеротиниоз и циркоспороз. На посевах сои в период бутонизации был использован фунгицид «Колоссаль-Про». Мы используем его не только как лечащий препарат, но и как препарат, который обладает профилактическим действием. Достаточно вредоносными в некоторые годы бывают акациевая огневка, тля, репейница, луговой мотылек. И в этом году массовых проявлений вредителей пока нет. Но, вспоминая опыт 2019 года, когда мы использовали против гусеницы репейницы препарат Барайнео, мы получили не только высокую скорость действия, но и длительный период защиты.